Всем привет, меня по-прежнему зовут Сергей, и сегодня будет видео о Т-30-80, Т-30А-80, так вроде правильно называется, вернее то, что у нас есть на продажу. Скорее всего, что я, наверное, выставлю это на продажу, так как больно много у меня сейчас проектов, и мне совсем это не разгребстись. Выставлю на продажу, и вот сейчас хочу вам показать, что у нас есть на продажу. Продавать я буду сам, наверное, на Авито. Но скорее всего, что не сразу буду его выпущу видео. Там посмотрим, может, какой подписчик захочет приобрести и поковыряться с этим каналом, с этим проектом. Вот, то есть передний мост показывает, как есть, так и есть. То есть колеса я не знаю, по-моему, мне говорили, что это от Т-40 подходит передняя резина. Вот. Я его не делал, он мне достался так, как этот хвостовик вот с кожухом. Сцепление здесь свое, выжимное, то есть двойное, два сцепления, то есть как бы вот так вот. Я не разбирался, не хотел. Его, кто мне продал, его покупали, хотели перекинуть передний мост на Т-25. Оказалось, что там ничего не перекинуть, и не получится просто перекинуть передний мост и сделать здесь Т-25 Т-30, то есть с передком. По-моему, у нас старый вариант этого моста, вот этот, потому что такой вот цилиндр у нас стоит. Я у ребят там видел, у них был, это здесь была тяга, и здесь цилиндр был поворотный. То есть я так понимаю, что простая колонка, и от колонки уже цилиндром поворачиваем. А у нас полностью под дозатор, я так понимаю. Еще раз, то есть выжимной. Сцепление, я так понимаю, здесь свое какое-то будет. А почему говорю вот с задними? Вот как есть, так есть. То есть по Тверской области, наверное, недели через 2-3 я смогу помочь с доставкой. Можно, в принципе, его в газель запихать и привезти, кому интересно. Вон вот так вот на нем стоит. Это все поснято. Бортовые, коробка. Почему простой Т-25 не сделать под передний мост? То есть сейчас покажу. Потому что вот этот вот корпус, нижний редуктор, он его не поставить на Т-25. То есть фактически вот надо собирать вот с этого, либо нас другого Т-25 переставлять, все сюда делать, либо, ну, факт тот, что надо вот скрывать мост. Сейчас покажу на своем Т-25, что здесь просто, по-моему, отливка, здесь даже крышки нету, здесь поддон коробки, а вот на Т-30 он ушел вот с этим редуктором. Здесь у нас тоже нету. Ну, вот так вот достался мне. Да, цена, я вижу, в районе 70 тысяч. Но, в принципе, я могу как бы подвинуться. Сейчас посмотрим на моем, на этом, что там по низу, по отливке, на заднем мосту. Ну да, здесь голые, то есть нету здесь. А там сделано как бы именно отливка под редуктор. То есть вот так вот наш выставь. Я и тоже хотел как бы сделать и перед. И есть у меня еще один там Т-25. Сейчас, наверное, вставлю. Я хотел с него, то есть перебрать. Да не буду вставлять. У меня тоже есть мост. Я в свое время купил двигатель. Балка. У меня только без колес, без капота и крыши. Этого нету. Еще один. То есть мне на запчасти этот. А вот этот вот в том состоянии, в каком он сейчас есть, я его продам. Кому интересно, пишите в комментариях. Кто знает мой, то есть ник на Авито, там он будет выставляться, и данные есть на Авито. Так что, ну, вот так вот. Вот так вот сейчас мы его и продадим. Посмотрим, как что будет, спрос не будет. Но
Ну, всем пока, пишите, комментируйте, кому интересно, кто сталкивался, как его собрать, не собрать, то есть все комментируйте, то есть проект интересен, если бы у меня не было столько техники, которая требует ухода, можно было бы и собрать этот трактор. Но посмотрим, что будет, то будет. Пишите. Лайки, дизлайки ставьте. Всем пока. Ладно.